В рамках программы по переселению из ветхого жилья дом номер 19 по улице Донской уже скоро должен принять новых жильцов. Всего в этом доме муниципалитет выкупил 50 квартир. Чтобы переезд не задержался, глава Сочи Анатолий Пахомов лично контролирует процесс строительства и ремонта. Отставать от графика нельзя, заявил мэр. Холода люди должны встретить в благоустроенном жилье. Застройщики показали главе и первые готовые квартиры. В общей сложности их пока 12. Уже в понедельник строители обещают установить в них электрооборудование. Большая стройка беспокоит жителей окрестных домов. Они настаивают на том, чтобы строители устранили последствия разрытия и проезда большегрузов. Глава города с ними согласился и поставил подрядчику задачу. После завершения работ вся окрестная территория должна быть благоустроена. С учетом того, что вы здесь делаете, с учетом того, что трасса будет здесь проходить, поэтому задача. Весь слон вычистить, здесь тоже вычистить, вот сюда вот так вот все. Здесь лестницу привести в порядок. В этот дом уже к 1 ноября должны переехать 50 семей. Всего же в рамках программы по переселению из аварийного жилья до Нового года будет выделено еще более сотни квартир. На сегодняшний момент у нас 228 квартир. Мы сегодня уже заключены муниципальные контракты на предоставление. 123 семьи уже переселены. То есть сегодня проводится работа у нас по 2014 году, да? 2014-2015 год. То есть мы тоже сегодня прорабатываем. Нам нужно порядка 118 квартир приобрести. То есть уже подготавливается техническое задание для того, чтобы определить поставщика, кто будет предоставлять нам квартиры. Работы, которые сегодня ведутся, это первый этап программы по переселению из ветхого жилья. Речь сейчас идет только о тех домах, которые были признаны аварийными до 2012 года. В течение ближайших 3 лет жильцы их будут переселены в новые квартиры. Затем настанет очередь горожан, чье жилье попало в категорию аварийного после 2012 года. Игорь Кырпа, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.